Израильская армия вводит новые силы в сектор Газа и продолжает наносить удары по позициям боевиков с воздуха. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вечером заявил, что прекращение огня не будет ни при каких условиях до полного разгрома Хамас. «Израиль не начинал эту войну, но он в ней победит», — отметил Нетаньяху. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism. Представители армии обороны Израиля и общей службы безопасности страны в понедельник сообщили, что в ходе наземной операции в секторе Газа была освобождена рядовая Цахал. Министр обороны Израиля подчеркнул, что только усиление военного давления на Хамас может ускорить освобождение заложников.